Либо вступаешь в брак, точнее, находишь себе пару, в которой хозяйство ведется совместно, рождаются дети, либо становишься животным. При этом, правда, холостякам обоего пола предоставляется право выбора, в какое именно животное превратиться. Лента называется «Лобстер». Она участвовала в Каннском форуме в главном конкурсе, где удостоилась нескольких призов, в том числе и приза жюри. Премьера прошла в Лондоне. Одну из главных ролей исполнил Колин Фаррелл. Я знаю, что есть люди, полагающие, что те, кто живут одни, без постоянных спутников или супругов, несчастны, что быть холостяком ужасно с точки зрения социального статуса. Я думаю, что эти стереотипы все-таки относятся к прошлому. Скажем, к прошлому 30-летию. Тогда да, когда тебе было 28, и ты не был женат, это было почти неприличным, тебя считали эгоистом. Работа Рэйчел Вайс была отмечена теми, кто написал немало лестных слов в адрес режиссера-постановщика Йоргоса Лантимоса. Колину в этом смысле пришлось сложнее, чем мне. Ему нужно было измениться внешне, увеличив вес, но он сумел сделать так, что использовались в основном всякие атрибуты, которые имеются в арсенале у гримеров. Колин – прекрасный партнер и очень хороший, славный человек. Да, у нас сложились прекрасные отношения на съемочной площадке. Я мало с кем был лично знаком до того, как мы начали работать. И могу сказать, что в выборе своем я не разочаровался и не ошибся. В российский прокат фильм «Лобстер» выходит в начале ноября. Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice.